точнее, это представитель Дагестана и Москвы. Это противостояние молодости и опыта. Гаджимурат Рашидов – это лидер весовой категории до 65 килограмм в России. Он является чемпионом мира, чемпионом Европы, неоднократным победителем чемпионата страны. Шамиль Мамедов – более молодой спортсмен. Он является победителем первенства России, победителем первенства мира до 21 года и победителя турнира Ерыгина. Это он о себе уже заявил на взрослом уровне, тоже вошел в состав сборной команды страны. И будем сейчас наблюдать интереснейшую схватку двух спортсменов. Гаджимурат, да, вот сейчас как раз и говорят, что он заслуженный мастер спорта. Шамиль молодой, но уже достаточно опытный спортсмен, является мастером спорта международного класса. Очень интересная встреча, наблюдаем. Счет пока не открыт, activity time. Гаджимурату Рашидову показали, ему нужно в течение 30 секунд провести атаку. Но Шамиль грамотно защищается. Очень интересная встреча. Истекает activity time. Да, истекает, счет открыт. Шамиль Мамедов повел 1-0. Смотрим. Очень здорово. Шамиль Мамедов продернул своего оппонента и повел встречу уже 3-0. Смотрим. Смотрим на экранах. Секундирует Шамиля Мамедова. Мастер спорта международного класса. Победитель первенства мира среди молодежи. Старший тренер города Москвы среди молодежи по вольной борьбе. Вагиф Казиев. Он тренирует в Москве на базе МГФСО. Очень грамотный тренер. Подготовил много хороших спортсменов. Да и вообще человек приятный, дружелюбный. Очень с вами полностью соглашусь. Сказать одно, мастер своего дела. Последние секунды первого периода. 3-0 счет в пользу Шамиля Мамедова. Да, заканчивается первый период. Ну, спортсмен уходит на перерыв. Как Вагиф Казиева я уже представлял. Да, интересная завязка. Прям на краю ковра Шамиль продергивает своего оппонента, забирает 2 технических балла. Показывает еще этот момент. Ну вот, смотрим второй период этой встречи. Да, счет пока что 3-0 в пользу Шамиля Мамедова. Пока что так вкатывается в период, скажем так, парни. Ну, Шамилю нужно грамотно защищаться, удержать свое преимущество. А Гаджимурату Рашидову надо увеличивать темп, выводить своего соперника и находить баллы. Ну, вот уже смотрим, Гаджимурат пробивает руки снизу, пытается, грузит шею. Шамиль все грамотно делает. Все под контролем. Прошла уже минута этого поединка. Да,
И во втором периоде пока еще нет технических баллов. Да, ну в принципе мы уже немножко начинаем привыкать к такой картине, когда борцы действуют предельно аккуратно. Вот смотрим. Activity time еще не показали. Остановка. Вывихнул палец? Да, выскочил палец, да. Шамиль Мамедов попросил остановить встречу. Неприятно для спортсмена. Сейчас ну, бороться будет не очень легко, конечно. Ну, я думаю, то, что все обойдется. Заморозка? Да, заморозка, может быть, пластырем. Замотают, думаю, Шамиль. Боец. Справится. Как видим, да? Да, да, да. Выскочил. Ну, Гаджимурат это сделал не специально так. Получилось то, что... Ну, такая профессиональная типичная травма, да? Да, пальца. Но бывает, да, пальцы, рассечение. Пальцы, уши, все, что, скажем так, выдает борца. Ну, да. Маскировка спортивной борьбы. Мы видим, как я говорил, то, что сейчас пластырем зафиксируют, и Шамиль продолжит свой поединок. Кстати, вот что интересно, да, третья схватка подряд, у нас по разным причинам возникают паузы. То есть это, ну, мне кажется, дополнительно говорит о том, что ну, все очень сложно, да, вот в этих противостояниях протекает. Травмы, челленджи. Я в самом начале говорил в нашем эфире то, что сегодня будут поединки очень увлекательные и простой прогулки не будет ни одного из спортсменов. Ну вот под аплодисменты трибун. Да, начинается. Мамедов возвращается в дело. Шамиль Мамедов еще забирает один балл. Прямо там не продолжай. Да, Вагиф пошла последняя. Подбадривает Шамиля. Минуту, да, личный тренер Вагиф Казиев подбадривает своего спортсмена. Очень интересная схватка. 4-0 счет. Последняя минута. Тут Гаджимураду нужно зарабатывать баллы и идти дальше и дальше, ну, чтобы, скажем так, обострить конкуренцию по цифрам. Понятно, что схватка так или все равно выглядит напряженной, но в счете разрыв такой, ну, не сказать, что огромный, но он ощущается в пользу Шамиля Мамедова. Тем более, когда цифры истекают уже и остается 20 секунд. Мы видим, остается 20 секунд. Это самое сложное. Нужно отстоять, проявить бойцовский характер Шамилю. Остается совсем немного времени. Я думаю, у него все получится. Последние 5 секунд. Да. И поздравляем Шамиль Мамедов. Шамиля Мамедова. Золотой медалью этих соревнований и, конечно же, его личного тренера, моего товарища Вагифа Казиева и всю Москву с первым золотом по вольной борьбе на спартакиаде сильнейших.